Президент Российской Федерации Владимир Путин. Закадровый голос убирается. Дорогие друзья, в преддвериях 2023 года я хочу выразить свою благодарность и, конечно же, безусловно, признательность компании «Рога и копыта» за огромный вклад в развитие важного направления экономики нашей страны в сфере рогов и копыт. Для тех, кто этого не знает, повторяю еще раз, производство рогов и копыт является самой эффективной, самой стратегической фишкой в нашей стране. И ключевой фигурой этого направления является компания «Рога и копыта». С ее сотрудниками я не раз ходил в разведку. Надежная. Не знаю, ни разу в разведке меня не подвели. Ни разу в разведке меня не подвели, потому что не знали, куда нужно меня подводить. Их компанию я знаю давно, и я горжусь ими. Их не стыдно поставить пример. Надеюсь, они платят налоги. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда обращайтесь. Разумеется, я всегда помогу, чем смогу. Просите, и дано будет вам. Ну, конечно же, очень надеюсь, что у вас все есть. Желаю вам счастья, здоровья, конечно же, успехов в труде, если вы не тунеец. Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво. На это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться. За ними придут завтра. А сегодня наслаждайтесь салютом. Закадровый голос убирается.